Васильевна. Здравствуйте. Я только что был у старика. Он болен. Воспаление легких. Но вы не беспокойтесь. Надюша. Долго тебя не встречаю, жажду чего-то, о чем-то скучаю. И вопрошаю себя без ответа, дружба ли это, любовь ли это? Да. Занимаются с огромным интересом. Очень много читают. Все хотят узнать, познать. Всем интересуются. Эти ребятишки работают по 14 часов за корку хлеба. Да подзатыльников наелись от хозяина. Я так понимаю, душу ты никакими подзатыльниками не выбьешь. А про то, как им живется, все в картине понятно. Божество, право на этой выставке не на что посмотреть. О, Мотал! Вы повесили бы это у себя в гостиной, а? Что вы, Машер, разве можно такое, папа? Дети всегда мне кажутся цветами. А здесь они, положи их, на уродливы, некрасивы. Особенно девочки. Да, измельчали наши художники. Их духовный мир так же убог, как их творение. А потом, мадам, месье, для того, чтобы судить о духовном мире кого-либо, надо самим обладать этим духовным миром. Пойдемте, я сумасшедший художник Николай Герр. Скандалист, пойдемте. А про то, как им живется, все в картине понятно. Совершенно верно. Коли нет духовного мира, за красивым платьем не спрячешься. Скажите, мы так понимаем картину, которую написал художник? Совершенно верно. Художник ведь писал эту картину для таких, как вы, а совсем не для салонов. Но скажите, а откуда вы? Мы из вечерней воскресной школы. А вы? Я учительница. Прекрасно. Я напишу картину. Девушка.